Здравствуйте! Сегодня мы научимся с вами возводить одночлен в степень. Итак, предположим, у нас имеется выражение 3х в квадрате, у в квадрате и нужно возвести в квадрат. Значит, для этого мы начинаем с вами вспоминать правило, что при возведении в степень показатели перемножаются. Итак, 3 в квадрате. Х было в квадрате, 2 умножили на 2, получили четвертую степень. Y было в квадрате, 2 умножили на 2, получили четвертую степень. Ну и для красоты еще мы можем возвести окончательно, получить 3 в квадрате, это 9, х четвертой, y четвертой. Далее рассмотрим с вами еще одно выражение. Минус 2, х в пятой, y в седьмой, возвести надо в третью степень. Для начала вспомним, что минус в любой степени отличается от того, четный или нечетный показатель. Наш показатель нечетный, значит минус сохранится. Если был бы четный, минус бы ушел. Двойка в кубе возведем сразу. Дважды 2 – 4, еще раз на 2 – это 8. Х в степени 5 3 будет 15, у в степени 7 3 21. То есть мы получили минус 8, х 15, у 21. Ну и еще одно выражение. Давайте возьмем тоже отрицательное, но четной степени. Минус х, y во второй, z в кубе, p в четвертой, возводить будем в четвертую степень. Мы уже с вами сказали, если степень четная, то минус в четвертой степени даст нам плюс. Далее, x был в первой, возводим в четвертую, получаем x в четвертой. Y был во второй, возводим в четвертую, дважды 4 – это 8, то есть Y – 8. Z был в третьей, возводим в четвертую, трижды 4 – 12. И P в степени была четвертая, возводим в четвертую, четырежды 4 – это 16. Теперь давайте рассмотрим еще раз возведение чисел в степень. Минус 1 во второй степени. Степень четная. Значит, минус в квадрате – это плюс. 1 в квадрате – это 1. Минус 1 в кубе. Степень нечетная. Минус так и остается 1 в любой степени, это 1.